Новый, уютный и современный. В Заволжье на месте известного рынка «Ланцет» открывается торговый центр. Сотни квадратных метров площади уже готовы к приему гостей и арендаторов. Строительство идет полным ходом. Жизнерадостная расцветка фасада соответствует внутреннему функционалу. Еще пара штрихов, и в марте этого года ульяновцы смогут насладиться по-настоящему удобным шопингом. Для дома и для души. В этом торговом центре будет все для семейного досуга и эстетических удовольствий. Заключая договора с нашими арендаторами, хотели, чтобы наш торговый центр был как бы изюминкой нового города, чтобы было всесторонне и продуктовая часть, и вещевая, и детская площадки. С нами заключили договора уже и банки, аптечные сети, ювелирные, то есть очень разнонаправленные наш торговый центр будет. Новому торговому центру уже дали имя – «Плаза», в переводе с испанского – «площадь». Этот объект будет не только коммерческим, но и культурным. О прилегающих территориях владельцы центра позаботились. Для автолюбителей предусмотрена просторная парковка, для детишек – веселые и безопасные площадки. Ну и, конечно же, для всех гостей будут работать фудкорты и стильные кафе для отдыха и деловых встреч. О зеленой части двора владельцы тоже подумали. Цветы и декоративные культуры будут радовать людей в теплое время года. Также руководство планирует украсить окружающее пространство скульптурами и арт-объектами. Там у нас будет скамеечки располагаться, вазоны, ну и, возможно, еще какую-то изюминку мы придумаем. То есть сейчас рассматриваем какую-то, либо к нам обратилась как бы администрация района для того, чтобы мы какую-то, возможно, фигуру туда поставили. Строительство завершено, подходит к концу и отделочные работы. Владельцы торговой площадки в сроки укладываются, особо предприимчивые арендаторы тоже. 70% площади уже занято, оставшиеся 30% готовы к приему коммерческих партнеров. Для того, чтобы вовремя договориться об аренде, звоните по телефону 8-937-450-77-72. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.